Я правда не знаю, зачем этот рецепт, ловкость плюс МП5. Хантам. Зачем 4? Ну я пытаюсь напулить, блядь. Люди хуярят им вообще до пизды во все стороны, блядь. Ну что, придумали, что будете своим мамам дарить на 8 марта? Ничего. И что, я уже придумала? Ну да, жены, кто там, дети, любовницы. День куртизанок вообще, блядь. Мамам что дарить? Хорошо. Мамам будете дарить, день что-то дарить женщинам и женам. Фрис, тогда у меня 8 марта тоже день рождения. Так как у меня мама в комнате, промолчу, что буду дарить. Да, 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 знаю. Ёж, это первый, начинай, я после тебя.
Че, МП5 бахну тебе. То самое? Просто рандомно говорю, что кнопки тыкаешь, это не чутье. Тут за ХП сборимся. Да все, чики-пуки бомбони. Че? Ой-ой-ой. Какое плечо? Это я.
заберу. Не. Только в мобах лежит зеленка. Вот это щит. Да. У меня две 226 шмотки. Я пояс поменяю, там нормально. Все будет классно. Да у меня еще офспек вообще чмошный. Так что никакой. Ничего не пропадает у меня. Все надо. Состав для ганка. Я где? Август.
Да, молчат. Да, молчим. Может, надо найти ренегата. Я создам альянс совского берса первого уровня. Ты разденешься, я тебя убью. Как узнать, сколько за него дают? Во вкладке? Что за вкладка? Охота за головами. Вот это надо прям сейчас, да? А-а-а! О, 200 голды, нафиг ты мне сдался. Да. Кого хилить? Ой, как классно, все в куче стоят. Птица работает. Ты ж меня определил сюда. Я хочу такой же щит, как у Ская. Офигеть. Да. Ты у меня какой-то страшненький щит. Мне даже на улицах-то говорят. Следующий босс-то будет. Последний. Ребутнуться надо будет минут 10. Сразу как убьемся, ребутнуться. Плюс-минус, надеюсь, быстро будет. Чего там умираете? Вы там не торопимся? Не, мы. А, понял. Можешь к этому подойти. Я частиц похилю. Я хилю.
Из мозга иди сюда. А что будет, если тебя умрут? Ой-ой. Меня убьют. Чё по гире? Сейчас не трэш придет. Босс. Просто ворота открыты. Откуда трэш-то берется? Добьем, нет, блядь. Трэш заберите. Ой, мана что-то просила. Да-да-да, поняла. Все, пошел. Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представить. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! Что творить?
не повелители ДПС просто, видишь? Я. Да, не зевай в Дискорд, пожалуйста. Все зевнули, мне кажется. Не, это реально заразно. Со мной. Тут остаешься. Хавчик. Хавчик возле воина. Да, я буду говорить, что делать. Я?
каски нету. Да, тут. Пиво у меня хмельное такое. Я могу промазаться на полном. Ёжик, иди на свою сторону. Мы... Следующая я кашляю. Ёж, понял. Не, кто там? Кто там? Скай? Я похилю. Кажется... Ой. Встань, встань туда, ё-моё! Я встану. О, нет. Его мобил. Ты надеюсь, не рядом с этим стоял? Он кастует. Там каст по 15к. Там просто надо добежать, наверное, каст сбить успеть. Пристав ДЦ, ставьте все, дамага, вагон. Все норм. Если бы не убежал, а ешка бы не пролетел, я бы прохилил. Надо было оставаться. Когда отбегаете от босса, он начинает уезжать, когда рядом никого нет. Слушай, когда вы убьете первого, заберете Ривендера, может тогда Тагариус побежит туда, и я за ним, чтобы у нас в любом случае стаки будут уже.
ну, на ту сторону, чтобы попроще было. Звук такой, такое ощущение, как будто не убрали, когда вот гороховый суп варится уже, такой ясный. Подлюга в незаметность. Не было бы Насти, я бы сказал. Кто? Пукнуть хочется под этот звук. Чё, говорят? Не-не, ничего. Рыбу ставь. Да я слышала, слышала. Ну и хорошо. Рыбы нет. Он ждет, пока бой не начнется. Уже вышел.
этот, меняемся. Только аккуратно Ренжу держите, он может АОЕшку кинуть. Турбо Юи захиль. Отбеги от своего места. А Ешка может кинуть. Все, блин. Все, нам пиздец. Кто сбивает косты? А кто сбивает косты? Скажите, пожалуйста, кто косты сбивает, кроме меня? Ю-Ю, а еще кто? Я два раза могу кинуть все. У всех по одному, да. Надо же кого-то ставить на сбивание. Рок нам дайте. В прошлый раз с Холипалом стояли вдвоем там. Там ДЦ было в помощь только, и все. Вот нас было там пятеро. Я бежала, и мне 16к в лицо прилетело. И плюс. Все, хватит. Я же говорю, я бегу к боссу, хочу дать стан, прервать каст, он мне в лицо 16к и тикнула вот эта вот АОЕшка. Ну, два. На самолете аспект меняют. Ты
такие красивые трупики валяются. Побежали. Ром, меняемся. Ренжу, ренжу, держим. Побежали. Твоя жизнь принадлежит мне. Бежим обратно. Застав. Охрана убегает сейчас. Норм. Меня сепарат застав. У трусов дистанция 10 метров. Манера подкрасться сзади. Бежим, бежим. Только ренжу, ренжу. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне.
Меняемся. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Ой, аккуратнее. Твоя жизнь принадлежит мне. Го-го-го. Твоя жизнь принадлежит прости мне. Прости меня. Так, я лучше не забываю. Душе. Да. Все так, как должно. Просто пробежал кто-то мимо. Я устал от этих игр. Еще немного, и я отправлю наши души. Классный. Красивая. Зиро. Огонь, да. Да не трогай его.